Всем привет, ребят. Ну что, настало время обзора следующей сборочки нашего нового героя. Бабы-ёшки, не знаю. В общем, куча у нее имен. Видите, у нее еще третий глаз есть, правда, он на руке. Что могу сказать? Герой очень имбовый. И думаю, с Берсом вы обзорчик уже видели. Сегодня у нас обзор будет с Дафным Талантом. Почему я не поставил сюда Священный Огонь, вы попозже узнаете и увидите с этим талантом обзорчик. Поставил Каменку, потому что надо потестировать, как она будет с Дафным Талантом и как покажет себя Дафный Талантик вместо Берса, потому что Берс давал дополнительно ей скорость атаки. Как вы знаете, она себе сама добавляет еще плюс 100% скорости атаки, то есть в 2 раза быстрее, и плюс 75% дефа. Поэтому я все-таки поставил Каменку посмотреть на это все. Ну, чары я не менял, 30% скорости у нас есть. Поехали, посмотрим. Ой, о, красавчики, убили. Отлично. Вот смотрите, против стрелка вот она стоит с каменкой. Ну, такое себе, да? Вроде казалось бы, что такое себе, но сейчас увидите. Против других я где-то просто выцеплю их. Так, Фрейя есть. Кстати, некоторые спрашивали, как она против Фрейи. Сейчас я вам покажу. Просто выражая еще дополнительно выброшу. И вы уже увидите, как она будет против Фрейи. В принципе, вы сейчас сами все видите. Жалко, ворожая слили. То есть против Фрейи я тестировал на битве гильдий. Действительно, может держать урон. Единственное, что ей надо, подхил. Без подхила она ничего не сделает. Так, блин, надо какую-то такую расстановку. Вот нормально, вот такую можно затестить. Один на один, конечно же, ее там будут выносить. Куча героев, но, опять же, в определенной сборке она реально будет тащить. Вот смотрите, кидая ворожая на подхил. Там куча героев нас долбит. Там уже тыковка с разгоном. Ну, тыковка с разгоном только тогда смогли. Двоих героев она унесла. Так. То есть на битве гильдии реально можно будет использовать ее. Просто пока даже не знаю. Так, вот есть у нас Некрос. Афинка стрелок. Давайте попробуем вот так вот тут. Правда, Некрос 11 скилл. Ворожая на подхил кинем. Ну вот смотрите, куда уплывает Некрос. Единственное, конечно, мы уже Фрейю зацепили. Вот из-за Фрейя сейчас... Хотя нет, вытягивает дальше. Главное, чтобы не слили. Вот, давай, тащи. Блин, ворожая слили. Ну, тут без вариков. Но, как видите, Некрос ее убить тоже не особо может. Надо, конечно, тут уклонение ставить. Плюс... отхила побольше, седьмой сетик. Неплохо бы смотрелся утекание. Давайте вот против черепа. Ну, не хватает, не хватает. Отхил нужен. В любом случае, скорость атаки намного не уменьшилась. И, в принципе, этого хватает. А вот насчет дефа, с таким талантиком она больше урона держит. Если сравнивать с талантиком Берсом, на который обзорчик делал, она быстро улетает. Это была очень большая проблема. Так, а ну-ка, против Анубиса сможешь? Ой, там. Давай, давай, тащи. Сливают нас, в общем, вот так вот. Не имба, ребят. Сейчас я найду нормальных героев, более-менее адекватных под нее.
Так, вот. Вроде что-то похожее. Опять же, фрай есть. Ну, давайте попробуем сейчас через Рибета. А, нет, тут... Тут все ее хотят унизить. Так, Рибета. Рибета мы ушатали. Смотрим. Единственное, самое главное сейчас Фрейю. То Фрейя сейчас опять зарядится, а я не взял. Куда ты пошла? Эх. Ну, смотрите как. Как четенько она работает, ребята. Вот так вот. Жалко, ворожая нету. На подхил. Ну, не затащу я тут уже. Ну, смотрите, сколько она держится. Просто офигеть. Вот так вот против 11 скиллов. То есть дефный вариант плюс утекание, мне кажется, это самый лучший варик будет для этого героя, потому что качать ее на атаку, ну, смысла никакого нет, она у вас не будет настолько универсальной. Урона, в принципе, и так хватает. Так, ворожей. Ворожей с отражалкой. Да, с отражалкой. Видите, на отражении даже с таким талантом мы убиваемся. Какой смысл качать ей там атакующий талант? Ну, я постараюсь вам с атакующим еще отдельно обзорчик заснять, показать ее. Но это реально будет не то. Это точно так же, как и Повелитель Бури. Вроде бы все круто, но, блин, что-то не то. Так, а что у нас тут? Смотрите, какой маленький урон по сетне проходит. Это как так? Вот так вот. Жесть. Вот хранитель, он, смотрите, как он редко срабатывает, сколько надо бить, чтобы он активировался. Вот сейчас только активировался. Где-то свыше 10 секунд нам надо было, чтобы хранитель активировался. Вы представляете себе, сколько это времени? Реально просто жесть. Ну, стоит вот дефный вариант, и в принципе довольно-таки неплохо. Давай, давай, давай. А, чуть-чуть не хватило. Видите, что Седна делает? Она себя отхиливает, причем не хило, так отхиливает тоже. Ну и плюс там тоже вроде 11 скилл. Вот они обои сработали. Вот станет, станет. Даже ворожай уже ударил нас. То есть вот в таком плане, вот минус ее, она бьет по прямой. И вы тут ничего не сделаете. Жесть просто. Ну, так они будут вечность воевать. Так, окей. Давайте сейчас резнем ворожая. Постараемся кого-то затащить. Так, Афина. Ну, огнекрыло, конечно, мы не затащим. Вот такую вот пачку можно попробовать побегать. То есть, как видите, скорости атаки перс нафиг не надо, по сути. Ярости, вот необузданная ярость будет вполне хватать. Вот смотрите на урон. Черепу сказала до свидания. Вот череп даже включился, но посмотрите на скорость атаки. Все, череп до свидания просто. Жестокий у нее урон. Даже в сборке без атаки дамага очень много. А вот дефа как раз таки вот отлично. Отличненько. Дрейк, ворожей. Главное, чтобы отражалки... Ай, блин, не того героя выпустил, но это ж надо. Давайте тут против Рина попробуем. Вот смотрите. Ворожая на отхил. Против Некроса. Главное, чтобы огнекрыл сейчас не начал бить. Вот нормально, огнекрыл пока Некроса ушатало. Дошла до Фрейя, но Фрейя опять же, видите, ничего не может сделать.
Зона такая, вот, кстати, против Фрай будет интересно посмотреть, как она будет воевать против Фрейи издали. Так, ну вот такую вот попробуем сейчас базу ушатать. Кинем ворожея на отхил. А, и она побежала внутрь. Нет, там не вариант, не вариант. Немножко не так выпустил. На домашнем варианте тоже, в принципе, будет круто смотреться. Там многие пишут пакт, но, ребят, универсальности у этого героя просто не будет. Так, вот, отлично. Выпускаем так. Даем отхил. Смотрим. Главное опять сейчас Фрейю не активировать заранее. Ну, Анубис, видите. С таким вариантом Анубис ничего сделать не может. Она все равно по чуть-чуть Анубиса будет сливать. За счет скорости атаки она даже ему не будет давать заряжаться толком. Самое главное сейчас Фрейю не активировать. Так, ну что это? А, активировали все-таки мы ее. Ну, посмотрим. Смогут ли они разобрать? Конечно, это было бы весело, если бы они сейчас еще и ушатали огнекрыла вдвоем. Блин, ворожей не туда побежал. Вот он, огнекрыл. Он сейчас, походу, нас сорвет. Да, тут уже точно без вариантов. Тут просто даже слов нет. Но сами видели, в принципе, как она держит урон. То есть ей не страшно там быть танком такой именно сборочки. О, вот есть некрас у нас, отлично. Прая далековато. А вот огонь. Пробуем такую вот тему. Блин, да как же так? Опять эту Фрейю активировали. Ну, давай, тащи. Не, не вариант. Фрейя. Фрейя, конечно, убивает издали. Если вблизи Фрейю сейчас найдем, тоже попробуем. Так. Можно тут, кстати, попробовать повытаскивать по одному. Стрелок, кстати, вообще не страшен своими вертолетиками, так как у нее быстрый заряд. Как видите, она быстро заряжается. Стрелок вообще пофиг. Плюс еще на ней утекание стоит, она себя отхиливает вполне. Так, ну держись. Отхил. Ворожая сразу слили, она еще продержалась немножко. Так. Ну, идем сейчас потестируем, давайте в других локациях. Так, идем на арену, сбегаем. Так, старт. Ну, надеюсь, по центру, вот, отлично. Вот, смотрите, сразу автопрок сработал. Фига себе, смотрите, что он делает. Это просто жесть. Просто жесть, ребята. Посмотрите, что она делает. Блин, там у кого-то разброс? Или там мешают? Да ну нафиг. Ну, в общем, нет слов. На арене, по-моему, если она будет стоять сзади, все, кто впереди, просто будут отдыхать. Однозначно. Я такого еще, честно говоря, не видел, чтобы герой просто так с ними разбирался при такой сборке. Просто жесть.
Ну, давайте против Афины, но против Афины тут уже должна Афина, я думаю, затащить. Тут и Фрейя есть. По-моему, это просто имба для арены. Ну, я не знаю, ребят, что вы скажете на это. Она снимает все негативные эффекты, то есть все, что вы на нее наложите, там Анубис, ей пофиг, по сути. Я не знаю, что на это сказать. Не, ну тут уже 12 скиллы. Это, конечно, все круто. Ну, давайте ради интереса поставим ее сюда. И сзади поставим ворожея для подхила. Ну, тут, конечно, нас ушатают. Нет, тут не вариант, но посмотрите, все равно там кого-то она немножко покоцала. Давайте другого нападем. Ну, просто жесть. Ну, хранитель активируешься. Соло против такой пачки. Посмотрите, что она делает. Да ну нафиг. По-моему, это реально очень... Наверное, самый крутой герой для арены. Без прокачки на 12. Она просто унизила там кого-то топа 300 тысяч силы. Даже, ребят, я даже не знаю, что сказать на это. Это просто пипец. Разбирать героя в ней, ей будет вообще просто изи. Впереди танка, ее сзади, и она будет просто их шатать всех с такой скоростью атаки. Давайте еще этого попробуем зацепить. Блин, тут они все в разброс. Вот смотрите, вот сейчас против хранителя все. Просто убилась сама по себе. Давайте против этого попробуем. А, и наверху. Сейчас еще разок. В общем, не знаю, мне дефный вариант нравится, по-моему, даже больше, чем все остальное, хотя я еще все остальное не протестировал. Но посмотрите просто на это. Что она делает с Некросом и с остальными героями? Что она сейчас с ними сделала? 11 скиллы у героев, блин, прокачки, вторые эволюции, а ей просто насрать на это все. Она имела в виду всех. Просто жесть. Вот так вот, ребят. Вот такая вот сборка. В принципе, я показывал, где ее использовать. Я показал вам этот талантик, чтобы вы просто видели, что все-таки для нее дефный вариант Берс. Классно, все, там скорость атаки повыше чуть-чуть будет. Но тут у нас деф есть, и этого очень этому герою не хватает, потому что жизни не так уж и много, а еще деф плюс жизнь, священный огонь, я думаю, самое-самое то будет. Урона ей не надо больше. В принципе, убивает и так очень отлично. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно лайки, репостики можете делать. Конкурс на огнекрыло в описании. Это просто жесть. Это имба, действительно. Все, всем пока.